В связи с вводом карантина в нашей республике заметно меняется и роль доставки в экономике. Если раньше это была по большей части нишевая среда, то с введением усиленного режима она может перерасти и в масштабную отрасль. Согласно постановлению Республиканской специальной комиссии, в нескольких городах Ташкентской области, включая Алмалык, введен усиленный режим карантина. В связи с этим на улицах города ограничено движение и запрещено ездить на личном авто. По решению хакима города в целях создания удобств для алмалыкчан на общество с ограниченной ответственностью «Хумаюн Мустанг Такси Парк», ранее занимавшийся перевозкой людей, возложены услуги доставки. Как сообщил нам руководитель данного общества Умиджон Алимов, 36 единиц маршрутных такси теперь будут обслуживать все махали города, а их у нас в городе 43. В целях безопасности здоровья водителей и заказчиков каждые 4 часа машины будут дезинфицироваться. Так что теперь у горожан есть возможность, сидя дома, заказать еду, продовольствие и лекарства по телефону. Водители такси привезут вам все необходимое. По предъявленному чеку вы сможете расплатиться. Оплата в электронной форме, то есть у водителей будут терминалы. Телефон диспетчерской службы доставки 93-777-0550, 95-515-0550. Также сообщаем, что за каждой махалёй закреплен определенный транспорт. Номера телефонов водителей вы можете записать по данному списку.